сказать, что на стадионе Тоттенхэма сегодня есть все условия для отличных игр. Голкипер Уго Льюрис. В защите Эрик Дайер играет с Тоби Альдервельд. Ло Чельсо начнет с Пьером Эмилем Хёйбергом в центре полузащиты. И с одним нападающим решил начать матч главный тренер. Впереди играет... Сегодня тренер выбрал необычную схему. Помню, как здорово по ней играла сборная Германии в 90-х. Вернер. Жоржини. Это Жоржини. Он накручивает соперников одного за другим. Навес находит вратаря. Вряд ли так было задумано. Сказать, что на стадионе Тоттенхэма сегодня есть все условия для отличных игр. Голкипер Уго Льюрис. В защите Эрик Дайер играет с Тоби Альдервельд. Ло Чельсо начнет с Пьером Эмилем Хёйбергом в центре полузащиты. И с одним нападающим решил начать матч главный тренер. Впереди играет... Сегодня тренер выбрал необычную схему. Помню, как здорово по ней играла сборная Германии в 90-х. Вернер. Жоржини. Это Жоржини. Он накручивает соперников одного за другим. Навес находит вратаря. Вряд ли так было задумано. Сказать, что на стадионе Тоттенхэма сегодня есть все условия для отличных игр. Голкипер Уго Льюрис. В защите Эрик Дайер играет с Тоби Альдервельд. Ло Чельсо начнет с Пьером Эмилем Хёйбергом в центре полузащиты. И с одним нападающим решил начать матч главный тренер. Впереди играет... Сегодня тренер выбрал необычную схему. Помню, как здорово по ней играла сборная Германии в 90-х. Вернер. Жоржини. Это Жоржини. Он накручивает соперников одного за другим. Навес находит вратаря. Вряд ли так было задумано. Сказать, что на стадионе Тоттенхэма сегодня есть все условия для отличных игр. Голкипер Уго Льюрис. В защите Эрик Дайер играет с Тоби Альдервельд. Ло Чельсо начнет с Пьером Эмилем Хёйбергом в центре полузащиты. И с одним нападающим решил начать матч главный тренер. Впереди играет... Сегодня тренер выбрал необычную схему. Помню, как здорово по ней играла сборная Германии в 90-х. Вернер. Жоржини. Это Жоржини. Он накручивает соперников одного за другим. Навес находит вратаря. Вряд ли так было задумано. Сказать, что на стадионе Тоттенхэма сегодня есть все условия для отличных игр. Голкипер Уго Льюрис. В защите Эрик Дайер играет с Тоби Альдервельд. Ло Чельсо начнет с Пьером Эмилем Хёйбергом в центре полузащиты. И с одним нападающим решил начать матч главный тренер. Впереди играет... Сегодня тренер выбрал необычную схему. Помню...